Ник, осторожненько поднимайся. О, София, София, едь сюда. Что ты, Саша, хочешь? Ты все равно на улице гуляешь. Присмотри за Никой. Нет, это тебе папа сказал за Никой присматривать, так что сам смотри. Хочешь, что-нибудь сделаю для тебя? Да, хочу, чтобы ты бассейн поставил, чтобы мы с Никой покупались как раз. О, хитрые, бассейн им поставь. Не-не-не. А хотя, давай на чифифо. Если ты выиграешь, то я ставлю бассейн. А если я, то ты смотришь за Никой. О, а чё, нормально, давай. Никуша, хочешь, чтобы за тобой Софийка смотрела? Нет. Видишь, она не хочет. Но это не важно. Мы сейчас будем на чифифо играть, и ты будешь за Никой смотреть. А с чего ты взял то, что ты победишь? Давай. Давай. Чифифо. 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 Ура, 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 я победила. Так что ты теперь давай, наливай бассейн и ставь. А мы с Никушей будем купаться. Эх, проиграл. Ну ладно, спор есть спор. Пойду им бассейн ставить. Я знаю, как мне за одну минуту все поставить. Никуша, как же классно, мы с тобой будем купаться. Да-да-да. Я знаю, что я поставлю. Правда, он чуть грязный, ну ладно, сейчас его помою. Сейчас, одна секунда, и он помоется. А что это ты, Саша, делаешь? Ты что, не видишь? Я бассейн твой мою. Какой мой бассейн? Он же маленький. Саша, ты чего? Туда моя нога не поместится. Даже Ника вся не поместится. Ну-ка, иди-ка поставь ногу, посмотрим, поместится или нет. Ну-ка, проверим. Да, одна нога только помещается. Очень классный бассейн. Вот именно, он только для Ники и подходит. Нет, этот бассейн не пойдет, ставь другой. Ох, эти девчонки, ладно, пойду что-то думать. Думай, бассейн должен быть не такой маленький. Кажется, я уже даже и придумал, как это вам охладиться. Давай, только быстрее, сколько тебя ждать уже можно? А я пока пойду купальник одену. Жаль, Ника, уже, наверное, наш бассейн готов. Все, нашел я самые классные бассейны. Пойду их уже ставить быстрее. Вот такой. Морской. А если им покажется этого мало, вот еще и собака. Залазь! Она же ледяная! Нет, такой вообще не пойдет! Вода ледяная и ветер начался! Знаем мы, что мы хотим? Мы хотим большой бассейн и с теплой водой! Большой бассейн и с теплой водой! Где я вам его найду? Давай только поскорее! Этот бассейн! Саня, что ты здесь ищешь, а? Ну вот, бассейн мне надо девочкам поставить, я обещал. Да подожди, не тяни его, куда ты тянешь? Он же сломался в прошлом году, мы его так и не сделали. Блин, так а как это мне? Мне нужен бассейн. Ну вот, большой лежит, мониторы сверху убирай, все, могу помочь поставить. Ты чего, папа? Я буду его целый день ставить, а мне надо быстро. Ну, тогда ничем помочь не могу, все. Вот, блин, что же придумать? Подождите, так мы купили Нике горку с бассейном. Так я его и поставлю. Это вот быстрее, чем большой бассейн ставить. Саш, ты долго еще? Мы уже с Никой устали ждать. Да иду я его уже ставить. Да, тебе несу. Бассейн. Да, осталось только накачать. Ура! Саша, ну что ты делаешь? Ты что, не видишь, что ли? Я бассейн надуваю. Какой он классный и большой.
Ну все, бассейн готов. Сейчас пальму надуваю. Давай, давай, скорее. Ну что, осталось вашу горочку надуть. Да, Ника, горочка у тебя зачетная. Завязать надо, да? Уже почти готово. Саш, неси скорее, неси. Привязывай горочку, а я сейчас воду включу. Ну все, сейчас включаю, девчонки. Опачки. О, пошла водичка. Саша, спасибо. Какой классный бассейн. Теперь мы с Никой точно накупаемся. Ну все, катайтесь, девчонки, катайтесь. Пойду я. Ну что, нравится? Очень, очень нравится. Хорошая погода. Тепло на улице. Наверное, надо Шарлок переселяться на улицу. Как ты думаешь? Согласен? Точно, переселяюсь. Только пойду Нику позову. Ника, Ника, давай переселяться на улицу, в наш маленький домик. Да, домик. Да, ты представляешь, что я придумала? Мы сейчас все возьмем, сделаем и будем жить в нашем домике. Да. Ника, как я не додумалась, можно же было еще и вчера это сделать. Вчера тоже было, между прочим, тепло. Вот это классно я придумала. Заходи, Ника, скорее. Ой, только здесь как-то совсем неуютно. Мусор везде, палки, и пыль он везде. И грязно, надо его помыть. А стул? А стул? Нету тут стула. И стола нету, видишь, ничего нету. Надо что-то придумать. О, идея! Ника, беги сюда! Давай я помою дом. Смотри, целый год не мылся, какой грязный тут. А ты купишь стол, какие-то там, ну, тарелочки, ложечки, вилочки. Ну, короче, знаешь, все такое, мебель. Одним словом, ты сама беги и бери все на свой вкус. Работы тут много предстоит. Помыть, вокруг подмести, в нем подмести, потом еще сам дом помыть. Главное, чтобы вода внутрь не попала, а то будет потоп. Так, керхер мне нужен больше всего. Он мне точно домик поможет помыть. И быстро, и будет красивым. Правда, тяжелый. Ладно, надо начинать, а то Ника быстрее меня купит, чем я буду мыть. Теперь надо все хорошенечко вытереть. О, солнышко хорошо помогает.
Осталось лишь подмести. Ой, у меня ж нет веника. Придется Нику ждать. Это кто, Ника? Ничего себе, стул несет! Да, стул. Никуш, ты только один стул купила. Наши нет, двое. Нет. Нет? Да. Ну, беги, показывай. Веди меня, что ты там еще купила. Ничего себе, полный набор мебели. Ну-ка, посмотрим. Для полотенец. Надо. Потом, это что? А, кружка. Не поняла сразу. Так, вторая кружка, только зеленая. Парные почти. А это что за палка торчит? О, веник. Мне как раз не было чем подмести. Ух ты, тарелочки для супа. Банка для печенек. Ой, а это что такое? Формочки для мороженого. Ничего себе, ты даже это купила. Да. Молодец. Я вижу, тут еще один стульник. А это что? О, еще один, если к нам гости придут. Ладно, понесли всю мебель в дом. Давай. Ладно, давай заносить. Первый стол. Отходи. Ника, у нас проблемы. Стол внутрь не залазит. Или? О! Готово. Сейчас только перевернем и вытрем. А то нечаянно он у меня упал. Первый. Банку. И еще стул. Так, еще стул. Ой, кружки и тарелки. Ника, почти все готово. Ой, да, про морожки забыли. Надо распаковать. О, а ты знаешь, что у меня еще есть? У меня же есть кулер для воды. Сейчас принесу сюда. Туки-туки, помогайте. Вот и кулер. Ты что, водичку себе наливаешь? Ну, давай. А я попью из такого зелененького. На. Еще. Еще тебе? Ну, ладно. Всю, всю, всю. Вот будет полотенчиком вытереть. Ребята, если вам понравился наш уютненький домик, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Так, заберем почту. Ничего себе! Раз, два, три, четыре. Первый открываем. Опа. Алмазы. Так, сколько там сейчас уже время у нас? Ого, уже 3 часа. А мы с Катей договорились играть в Roblox. Так, захожу. Вдвоем, чтобы играть. Время вышло. Как так? Я же совсем мало сегодня сидела и играла. Наверное, надо звонить Кате, сказать то, что не получится поиграть. Хотя, идея! Пойду-ка я у братьев попробую поиграть на компьютерах. Это ж как хорошо, то, что братья еще в школе. Надо тут включить. Я же там. О, сейчас быстренько загрузится. Как же хорошо-то, что я у Арсения пароль подсмотрела. Ну что, да, давай поиграем. Как хорошо-то, что у Арсения есть компьютер. Есть Roblox. Ну и, конечно-то, что знаю его пароль. Как же мы любим с Катей играть в Барби. Барби? Да, Барби, давай, 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 оп. Так, берем еще деньги. Да, 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 давай. Время вышло, ну как так? У Арсения тоже стоит время? Никогда не знала.
Так значит, папа не только мне ограничил время на планшете, но и Арсению тоже на компьютере. Ладно, не получилось поиграть. Что же делать? Точно, у Саши же тоже есть компьютер. Как же хорошо-то, что я Сашин пароль тоже недавно посмотрела. Та-та-та. Все-таки хорошо иметь братьев. О, у Саши еще и наушники есть. Это ведь я. Ой, что это за заставочка? Так, пароль. Ребят, вам пароль я показывать не буду, а то меня потом Саша наругает. Очень надеюсь, то, что у Саши не стоит родительский контроль. Так, ничего себе у Саши игр. Ну, тут половина репетита. О, Роблоксик. О, вот наша игра. Ребят, а вы знаете, что такое Роблокс? Если да, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я уже такой дом построила, прям как у Арсения был. 1 миллион денег. Ой, прыг. Так, последние деньги. Опять? И у Саши стоит ограничение. Вот никакая клавиша не работает. Да уж, жалко. Придется Кате сказать, что не получается играть. Завтра, когда время добавится. Ладно, Роблокс, завтра поиграю. А сейчас порисуем. Ребят, а у вас тоже стоит ограничение на компьютерах, на планшетах, на телефоне? У меня везде, видимо, уже. Все, наигрались, Арсений, пойдем уже в дом. Да, давай, пошли, как раз можно в компы сыграть, там, ну, в КС, либо что-то типа того. Ну, давай, я как раз и планировал поиграть. Все, через 5 минут подключаемся. Окей. Да, скучновато без компьютера и без планшета. Ну, и рисовать неплохо. Ой, кажется, братья пришли. Я ничего не трогала, ничего не брала, ничего не знаю. Сами там, наверное, высидели. Ой. Не понял, что это за объявление «Время вышло». Я ж сегодня не играл. Я точно не играл. Неужели папа вообще уже полностью время ограничил? Пойду к Арсению схожу. Сейчас поиграем. Я вообще сегодня даже компом не пользовался. Чу, это что такое? Какое ваше время истекло? Фигня. Арс, у тебя тоже время закончилось какое-то на компьютере? Да. Понятия не имею, я вообще сегодня не играл. Это походу папа нам что-то сделал. Ладно, пойду у папы спрошу. Папа, ты что нам компьютер заблокировал? Я? Я вообще не трогал твой компьютер, ты чё? Не понял, кто-то заблокировал и мой, и Арсенин компьютер. Я точно не трогал, ничего не знаю. Идите сами разбирайтесь, всё. Ну ладно, пойду Софию спрошу. София, ты наши компьютеры не трогала? Какие компьютеры? Я даже ваши компьютеры включать не умею. Ага, не умеешь, я знаю, как ты умеешь. Да, ладно, включать умею, но пароль же не знаю. Точно, у меня ж пароль стоит. Не знаю, значит. Ладно. Ну, тогда я не знаю, пойду еще думать. Ну иди, иди. Фух, кажется, пронесло. Пойду Кате позвоню и скажу, что со мной тут произошло. Ладно, пойду узнаю, как там у нее с планшетом дела. Слышь, Кать, да, тут такое произошло. С кем это там она разговаривает? Не понял, с кем разговаривает? С Катей какой-то. О, и мое тоже она. Да, я сначала на Арсенином все время использовала, а потом на Сашином. Она израсходовала сначала Арсенино время? Да полностью использовала. Прям как у меня на планшете таблички появились. Ах так, ладно. Пойду Арсению пока расскажу. Арс, я тут такое узнал. Чё, папа всё-таки? Да нет, не папа. Ты даже представления не имеешь, кто.
Неужели Ника? Да нет, какая Ника? Она даже не знает, для чего компьютер нужен. София, это София была, представляешь? Я ее разговор подслушал. А что, она сама не созналась? Какое? Она даже не созналась. Сказала то, что не она, она даже не знает, как компьютеры включать. О, ну так я знаю, как мы ее выведем на чистую воду. А за это она за нас убираться будет. Чего, нерфы брать, да? Ну да, давай, пошли. Сейчас она во всем сознается. Ага. Ой, ладно, Катя, пока. Кажется, не узнали, только как? Ну-ка, признавайся, София. Это ты наше время в компьютере высадила? Нет, не я. А ну-ка, признавайся, а то буду стрелять. Давай рассказывай, мы все знаем. Братики, простите меня, я не знала то, что у вас стоит ограничение, поэтому все высидела. Ага, не знала, не знала. А что нам теперь делать весь вечер? Мама вот вообще вам говорила поубираться. Так вот-вот, мы тебе про это и хотели сказать, ты будешь за нами убираться. И не только сегодня, еще и завтра, и послезавтра. Ладно, ладно, братики, только простите меня. Ладно, так и быть, прощаем. Не, как же скучно, чем нам заняться? Горку. Дожди закончились, солнышко. Так пойдем у папы попросим, чтобы он нам горку включил. Папа, папа, горку включай, солнышко уже! Да, солнышко-то солнышко, но горку точно не включу и не поставлю. Ну, пап, ты же говорил, то, что когда будет солнышко, ты включишь горку. Солнышко-то оно солнышко, только на улице сейчас 14 градусов всего. Какая горка, доча? Ну и что, солнышко ж есть. В шубе кататься будешь по горке? Что, настолько холодно? Ну, видишь? А? Ага, ветерок холодный. Даник, воду точно нельзя включать. Ну вот, а я о чем? Я о том же и говорю. Ну а что же нам делать? Что, что? Вот, на, можешь, Ники, сказки почитать. Я сейчас на работу поеду. Нет, сказки я вообще не хотела читать. Я хотела на горке с водой покататься. Ну, доча, жди хорошую погоду. На улице должно быть минимум 25, дня 3 подряд. Только тогда я тебе горку поставлю. Все. 25, что было. Не хочу ее так долго ждать. О, Ника, так в доме же как раз есть 25. И всегда. Так может это дома горку с тобой поставим и надуем, и воду нальем. Только подожди, папа же уехал. Кто нам горку-то сюда принесет? Братики. Братья. О, точно, братья. Пойду-ка я узнаем, согласятся ли они или нет. Арсен, дело к тебе есть. Какое? Ты же у нас сильный, да? Ну, думаю, да. А горку нам с Никой принесешь домой? Зачем тебе горка? Ну ладно, потом узнаешь. О, нет, она тяжелая, я не смогу ее один поднять, надо с Сашей. Ладно, пойдем, Ника, еще Сашу спросим, может, он поможет. Саш, ты поможешь нам горку перенести домой? Горку домой? А что, сами не справляетесь? Не, тяжелая. Ну ладно, давайте. А где горка? Вон там, в коробке стоит. Ничего себе, сколько это же она весит? Сколько? 35 килограмм. Ну, открывай. Ну, вы, братцы, молодцы, сильные. Все, мы не нужны тебе больше. Мне тут еще Ника поможет. Ника, беги на помощь! Да, большущая она у нас. Давайте я вам помогу. Давай. Отлично, Саня, осталось насос подключить. Ну, это мы сейчас быстро. Ох, как мы сейчас эту горку накачаем. Подключим к воде.
Вот это у нас аквапарк целый дома будет. Ника, тебе нравится? Да. О, ты уже купальник взяла? Да, сейчас будем купаться. Или мне кажется, оно не влезет. Видимо, правильно я подумала. Слушай, Санек, она не влазит. Какая-то она великоватая. Как же жалко. Видимо, ее правда только на улицу можно накачивать. Короче, Ника, наш план провалился. Несем обратно эту горку. Ладно, выключаю. Да, совсем обидно. Надо что-то другое думать. Так хочется с водой поиграться. Ну, Ник, ну не плачь. Еще что-нибудь придумаем. О, придумала. Так давай мы горку закажем. Только не такую большую, чтобы она дома помещалась. Вводим горки. Так, это маленькая, это как тебе? Большая, да, слышишь, больше, чем наша. Так, о, смотри, это как раз нам подойдет. Да. Так, заказываем. Угу. Все. Осталось немножко подождать, и нам ее привезут. Ника, угадай, что к нам пришло. Оп! Новая горка! Да! Смотри, какая она. Смотри, 2+ для тебя. И не маленькая, и не большая. И много-много всяких разных видов животных, которые живут в воде. Вот рыбки, дельфин, осьминог, звезды. Ладно, давай скорее надувать. Только пойдем в коридор. Тяжело было. Оп. Хопа. Хоп, хопа. Хоп. Опа. Так. Тяни коробку на себя. И отходи назад. Оп. До шланга. И инструкция. Нет, Ник, ничего интересного. Так, это главное не потерять. И раскладываем. О, небольшая. Вот здесь-то мы вдвоем поместимся, и до потолка не будет. Смотри, нам надо еще этого надувать. Это горка, а у тебя зверюшки, и у меня тоже. Ник, давай начнем с рыбок, а закончим самой горкой. Одна рыбка готова. На, сейчас будем вторую накачивать. И вторая, ребятки, рыбка готова. Теперь будем кита надувать. А сейчас накачиваем самое главное. Бортики бассейна. Готово! Ребят, смотрите, какая красота получилась. И горочка, и пальма, и осьминог, и рыбки, и дельфин. Самое время звать Нику уже. Ника, беги сюда! Да. Ничего себе, ты уже переоделась. Да, да, горка, горка. Хочешь, попробуй скатиться? Правда, еще воды нету. Ладно, тут все посмотри, а я пойду переодеваться. Ника, я готова! Ну что, включаем горочку? Да. Пошли. Вода. О, нет, потрогай, теплый. Как, смотри, классно! Я хочу сейчас на горку, классно. Ты решила осьминожку намочить? И всех рыбак, давай лучше горку намочим. Оп. Я буду так залазить, чтобы сам помочить. Ребята, а если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Как?
Как же жарко, Ник. Чем бы заняться, ты знаешь? Морожка кушать? Сейчас узнаем у папы, может, морожка есть. Пап, морожка есть? Папа, морожка есть? Ну, доча в магазине где-то есть. А дома? А дома? Вчера все съели. Жарко ведь. Да, так вот и нам с Никой жарко. Мы даже не знаем, чем заняться. Скучно. Ну, могу предложить только холодные коктейли. Со льдом? Ну, можно и со льдом. Льда вроде у нас хватает. Ура, сейчас охладимся, Ника. Так. Трубочки. Лимонад. Оп. Оп. Раз. Раз. Хватит нам. Девочки, коктейли готовы. Несу. О, папа, это круто. Хоть охладимся. Со льдом, наверное? Конечно. Одной. Второй. Держи. Со льдом. Ох, и вкусненько. Ну, вот и отлично. Фух, допили, но все равно жарко стало. Пап, мы с ней когда пили коктейль, но жарко. Ну, а я здесь при чем, девчонки? Ну, сходите в душ, не знаю, охладитесь. Ведро это банное, ледяное, себе на голову вылейте. О, у меня идея. Папа, а давай-ка мы поставим большой бассейн. Нет, какой бассейн, доча, ты что? Его часа три ставить с пацанами, а потом еще два дня наливать. Погоди, а если мы поставим нашу горку, туда же тоже можно воду наливать? Ну да, вроде как можно. Это же очень быстро ставится и накачивается сам. Ну это да. И воды ж много, не надо. Не надо. Ну подожди, ну воде-то все равно нагреваться-то надо. А если ты теплую включишь наливать? Ну, тоже вариант. Там-то, в принципе, 200 литров всего. Ну, так что, поставим, и нам с Никой хорошо, и мы тебя доставать не будем. Давай. Ура! Ой, пошли. Ой, тяжеловат. Ладно, сейчас установим. София, помогай давай, а то что, я сам, что ли, буду? Ставить. Все. Бегу, папа. Ну, пап, я включаю. А ты иди воду подключай. Ну, хорошо, пойду. Ника, пока папа включает воду, пойдем оденем купальники, чтобы можно было плавать. Ну, побежали. А что сейчас, Ника, оденемся и пойдем плавать? А тебе какой? Тут много твоих. Вот еще целых два. И у меня тоже три купальника. Одену этот. Ну, вроде пойдет. И сюда протекает. О, вода пошла. Огонь. Так, ладно, пошел девчонок звать. Так, все, девчонки, все готово, все подключено. Вода пошла. Классно, как заработало. И вот там тоже переворачивается уже. Ну что, давай пробовать. Так, отпрякивай. Девчонки, а что это вы тут делаете? Саша, смотри, набирайся и... Ух, еще я сыне шланги. Пиу.
вы были на канале Сапудишлуди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.